Vieni, via, vieni via di qui. Ну, перед тем, как выпить, хочется спросить. Сколько вы лет вместе-то? 3 года. 3 года. Ольга! Это от нас всех маленький призет. Ты что, обалдел? Ты что, 3 года, кожаная свадьба? Вера и Никита на грани развода. Какого цвета у меня лак? На ногах или на руках? Мы хоть где-нибудь. Фиолетовый. У тебя все фиолетово. Я тебя как женщина вообще не интересую. Но вдруг мешалась вселенная. Пора вставать. Ой! Женщина, вы кто? Как зовут мою жену? Как зовут твою жену? Кристина ее зовут. Как еще? А Вера? Какая Вера? Раньше они были мужем и женой. Герой! Вера! Дату рождения моей жены знаешь? Кристина Викторовна? Как будто Кристина Викторовна! Теперь они просто соседи. Насосик, это ты? Вера, Тимур же тут. А вы с Верончиком женат? Обалдел, 3 года уже. Моя, да, ну люблен, вот мое, все мое. Мой любимый, вот это моему хорошему мальчику люблю. От создателей «Любовь в большом городе» и 8 первых свиданий. Вера, блин, что происходит? Это я тебя спрашиваю, что происходит? Кафе, ты Соколов, кухарка, хозяюшка, да, все как ты хотел. Мада, чё ты жалуешься? Джекпот сорвала. Бывший борец, бизнесмен, жигит. Солнышко, ты была просто великолепна, моя пантера. Иди сюда. Ой, крольчонок, ну не надо, ты что, зверюга. Ты мне изменила? И не обязана отчитываться перед соседом. Хорошо. Я соскучился. Я тоже очень. История о том, как расстаются. Оказывается, счастье не любит, когда к нему привыкают. Счастье любит, когда им дорожат, когда за него борются. Чтобы остаться вместе. Все время мы ждем, как чудо. Полина Максимова, Михаил Галустян, Оксана Акиньшина, Владимир Зеленский. 8 новых свиданий. Дети, это святое. Когда созреете? Мы уже решили все. У нас сегодня вечером тренировка. Ой. С утра соревнования. Вечер тренировка. С утра соревнования. Тренировка. Соревнования. 1 января во всех кинотеатрах.